Друзья, всем привет, всем здорово. У меня сейчас 5 утра, и я еду на рыбалку. Короче, сегодня будет интересное переключение. Помимо рыбалки у нас еще будет поп. В общем, сейчас постараемся зацепить утреннюю поклевку. Вот, не знаю, что поймаем, но что-то поймаем по-любому. Ну и, соответственно, потом будет поп. Поедем на старые фундаменты японские. Постараемся что-нибудь поймать, зацепить, найти. В общем, все вам покажем. При любом раскладе, даже если мы ничего не поймаем, все равно классно проведем время. Сегодня хороший день, хорошее настроение. Вот. Ну, конечно, хочется что-то поймать, половить какую-нибудь рыбку, утренняя поклевка, поблеснить на спиннинг. В общем, здорово. Едем с товарищем. Он попросил его не снимать, сейчас он там вышел на улицу. Вот, поэтому, ребятки, не переключайтесь, я вам сначала рыбку покажу, если она будет, но если не будет, просто покажу красивое море утром. И потом, после рыбалки, будет коп, поедем, поищем что-нибудь, обязательно вам все-все-все покажу. Поэтому не переключайтесь, ребятки, оставайтесь со мной, будет интересно. Поехали! Все, ребят, мы уже на реке, вот я уже разобрал свой спиннинг, сейчас будем забрасывать. Ну и посмотрим, удастся что-нибудь поймать или нет. Короче, у нас пока не клюет, но смотрите, вот мы идем по реке, и вон там вот стоит чья-то сетка. Это не наша сетка, а чья-то. Ну, короче, суть в том, что я хочу сейчас зайти в эту воду, поднять эту сетку и покажу вам, какая здесь рыба водится. Как бы рыбу брать не буду, просто покажу вам и все. Возле тебя только что рыба проплыла. О, какая зима. Сколько много? 4. Хотел отпустить, чтобы мы ее потом поймали. Он снова плавает, сейчас покидаем удочку. О, ребятки, смотрите, маленькие уточки плавают. Сейчас я их попробую снять. Вон они, смотрите. Малютки какие. Интересно, где их мамка? Классные такие, смотрите, как гоняет. Цыплятки. Так, ребяточки, у меня еще одна рыба. Вон она, смотрите, стоит, крутится туда-сюда. Я ее уже к берегу подтащил. Сейчас буду вытаскивать, смотрите. Вот она, родненькая. Сейчас сниму вам получше рыбку. О, какая! Но это на самом деле не та рыба, которую я хочу сегодня поймать. Я хочу сему поймать, а это красноперка. Видите, как заглотнула мою блесну. Вот такая рыбка на Сахалине водится. Вкусная, но костлявая, ужас просто. Поэтому мы ее сейчас отпустим. Сейчас только надо крючок достать оттуда. Я сегодня за симой пришел, а красноперка мне не очень интересна. Я ее уже наловил, у меня дома в заморозке уже лежит. И как бы она такая костлявая, из нее там только котлетки делать и всякое такое. Поэтому эту мы красноперочку отпустим
И будем надеяться, что клюнет сима. Плыви, красноперка. Все, уплыла. Ну и красноперку ловить интересно, как бы азартно так получается. Если сему не поймаю, так хоть нарыбачусь в удовольствие. Ладно, сейчас буду дальше забрасывать. И снова у меня клюнула рыбка. Сейчас не знаю, похоже опять красноперка. Вон гоняет, смотрите. Уцепилась. Вытаскиваем. Да, ребятки, это снова красноперочка. Ты зачем мне попалась? Я сему жду, а не тебя. Вот такая вот красотка. Красноперочка. Сейчас будем отпускать. Отдай мой крючок. Отдай. Ты же хочешь жить, правильно? Вот так, сейчас я тебя отпущу красиво. Да, я тебя отпущу. Смотри, плыви. О, погнала. Шустрая какая. Эх, ладно. Сима пока не клюет. Зацените, ребятки, рыбку. Какая красотка. С какой огромной пастью. Я такую и не видел никогда. Смотрите, какая красивая. Интересно, как называется. Кто знает, как называется рыбка, напишите в комментариях. Такая мясистая. Красотка какая. Что за рыба, непонятно. С этой стороны во какая красивая. Неизвестный монстр какой-то. Кушать мы, конечно же, тебя не будем, поэтому отпустим в море. Плыви. Уплыла рыбка. Короче, клюнула у меня рыбка еще одна. Вот, сейчас попробую снять вам. Покажу, как я ее буду вытаскивать. Сейчас зафиксирую удочку. О, дергает. Вон она плещется. Не сильно крупненькая, но все равно. Снова красноперка. Ты зачем клюнула? Я сему жду, а не тебя. Кстати, никогда раньше не рыбачил на блесну. Вот только на Сахалине начал. Даже раньше не разбирался, что это за рыбалка такая без наживки. А тут мне товарищ подсказал, говорит, хочешь попробовать? И научил меня. Плыви и больше мне не попадайся, а то заберу домой и съем. Я раньше был уверен, что на блесну поймать рыбу очень сложно. Тяжело. Но, как показала практика, не обязательно быть профессионалом, чтобы ловить на блесну. Клюнула у меня еще одна рыбка. Сейчас попробую вытащить на камеру. Вон она гуляет.
Ну что, красноперка? Сегодня одна красноперка клюет, и все. Не получается сему поймать. К сожалению. Ладненько, отпускаю эту рыбку. И иду на коп. Раз зимой у меня сегодня не получается, может быть, найду что-нибудь японское тогда. Плыви. Все, ребятки, сейчас соберем удочки, попробуем покопать. Итак, ребятки, пришли мы с товарищем, предположительно, на японские фундаменты. И первая находочка, вот лежит, пуговка. Обычная, без рисунка, лысая вся. И, похоже, у нее ушко отломано. А нет, ушко есть. Ушко есть, просто загнутое. Ну, такая, короче, не очень интересная пуговица, но... Я думаю, японская. Берем. Так, следующая у меня находка — это японский нож. Вот такой вот тесак огромный. Конечно же, весь сгнивший уже. Ручка, вот все, что осталось. Вот такой вот тесачок. В общем, мы с товарищем на правильном месте. Вот здесь где-то был японский дом. Ребятки, а у меня топор японский, смотрите, какой красивый, но опять поломанный, к сожалению. Вот мне не везет, это третий мой японский топор и третий поломанный, прикиньте. Я так хочу найти топор, мне попадается, но они все поломаны. В чем прикол? Почему мне так не везет, почему я не могу найти целый японский топор? Ладненько, этот я брать вообще не буду, его уже не отреставрировать. Частей от него нет все равно. Ну и потрепанный он. Металл ржавый. Ладно, иду искать дальше. Может, повезет, найду что-нибудь поинтереснее, чем поломанный японский топор.